А ты знаешь то, что завтра у сестры родительское собрание? Ты же пойдешь? Нет, я не пойду на это родительское собрание. Почему? Доченька, я знаю, что там будет на этом родительском собрании. Мы, знаешь, лучше на эти деньги с тобой и всей семьей в Египет слетаем. Нифига себе. Да? Ну, шторы их не опять там. Правда. Пап, а у тебя такое бывало, что ты сталкивался с насилием в семье? Доченька, каждую субботу я сталкиваюсь с насилием. Кошмар. Да. Вот когда я, знаешь, забухаю, а потом в субботу просыпаюсь, мне так плохо. А потом твоя мама, насильница, насилует меня. Папочка. Дима, это ты? Да, я. Ну, рассказывай, сынок, как прошло твое свидание? В общем, ждал я эту самую девушку. Да. С цветами. Ага. Ну, и она подошла. Слава Богу! Да подождите вы! Она мне не подошла. В смысле она не подошла тебе? Дима, что за тавтология? Подошла, не подошла? Ты скажи, что там, нормально все? Да, отстань от меня! Отстань, Дима! Па, давай я тебя в Инстаграм зарегистрирую? Давай. Ваше имя? Игорь. Дата рождения? 1979. Семейное положение? Семейное положение? Невыносимое семейное положение. Записываю. Доченька, ты сиди здесь. Я сейчас быстренько схожу в магазин и вернусь. Тебе надо что-нибудь взять? Да, пап, возьми, пожалуйста, черную туалетную бумагу. Черную туалетную бумагу, хорошо. В смысле черную туалетную бумагу? Пап, ну белая быстро пачкается. Ой, господи, где же мы тебя упустили, а? Чего? Я хочу тебя поздравить. С чем? Сережа попросил твои руки. Да, вот так хорошо, но я не хочу расставаться с мамой. А в чем проблема? Никаких проблем. Что ты можешь ее забрать с собой к Сереже. Давай. Да. Сейчас мультик обалденный смотрела. Там была фраза «Схожу с ума от любви». Угу. Вот ты сошел с ума до знакомства с мамой или после женитьбы? Не, до женитьбы я был нормальный. Вадя, достал же твоя депрессия. Может, мы тебя к этому психологу запишем? Дим, останови лучше у какого-нибудь магазина. Я папе коньячку куплю. Да, пап? Ты мой самый лучший психолог. Ваша собака какает. Уберите за ней, пожалуйста. Папа! Да. Ты не знаешь, у нас эта речка есть вот недалеко. Там есть динозавры? Доченька, откуда мы, я могу знать? Это так давно было. Ты что, откуда я могу знать? У дедушки иди спроси. Он старше, чем я. Может, он знает, есть динозавр там или нет. А лучше у мамы. Деда! Лучше у мамы спроси, она о своих братьях знает. Доченька, я слышал, у тебя новый парень появился. Да. И что, чем он занимается? Блин, там так непонятно. То ли он слесарь, то ли бухгалтер. Это как? Ну, он ночью ножи точит, а утром деньги считает. Пап, смотри, я убрала все игрушки, как ты просил. Доченька, я просил тебя найти работу, выйти замуж и съехать из моей квартиры, доченька. Но я же убрала игрушки. Скажи, пожалуйста, а мужчины попадают в ад? Конечно, попадают, дочка. Но только холостяки. Почему? А женатые? Доченька, мы уже и так в аду. Чем ты опять недовольна, скажи мне, пожалуйста. Я на рыбалку тебя с собой беру с мужиками? Берешь. Мотоцикл я тебе купил? Купил. В боксерскую секцию я тебя сдал? Сдал. Ну и что? Пап, ну ничего, что я девочка. И что, что ты девочка? Ой, вот я мальчика хотел. Пап, меня обидели. Вот сколько раз я тебе говорил. Если тебя обижают, оскорбляют, берешь и бьешь лопатой по морде. Ну, пап, ну я же девочка. Можешь взять розовую лопату.